Ленин в тельняшке, Дидони с волосами и клип амурских выпускников. Об этом в сегодняшнем обзоре социальных сетей. Это рубрика «Онлайн». Здравствуйте! На прошлой неделе какие-то шутники решили приодеть дедушку Ленина, что стоит в сквере Центра эстетического воспитания. На памятник надели тельняшку. Да так небрежно. Зато на вещи аккуратно красовалась надпись. Выпуск 2015 желает хорошего настроения и удачного лета благовещенцам. В городских пабликах сразу вычислили горе модельеров. Говорят, что наряжать Ильича каждый год любят выпускники ракушки. К теме выпускных мы вернемся чуть позже, а пока перейдем к другим торжествам. Автор этого снимка поначалу решила, что жители соседнего дома решили установить кондиционер. Но герой фото устанавливал другие связи. Он подъехал к балкону, к своей девушке. Она выглянула к нему, увидела то, что он на вышке с цветами стоит на коленях с кольцом и делает ей предложение. А, наверное, мы не видели ее лица, потому что это был верхний этаж, мы стояли сбоку. Но, наверное, она была счастлива, она согласилась. Следующая публикация от пресс-секретаря Амурских коммунальных систем. Светлана Соловьева просто закинула в сеть фото люков, а пользователи начали гадать, что означает буква «К» на них. В последнее время эта буква довольно часто мелькает, заметили пользователи. Все оказалось гораздо проще. «К» значит «канализационный». Инструктор по прыжкам с парашютом выложил такое видео с тренировок. Впечатляет, не так ли? А еще пользователи гадали, что за НЛО приземлилось в районе новинки. Коротали часы в пробках и, конечно, выкладывали фотографии с выпускного. Их было несколько сотен. Теме выпускного посвящены и наши следующие видео. 11 А-класс 5-й школы написали песню, посвященную своему учебному заведению. А видеограф Александр Егоров снял клип на эту песню. Школа, до свидания, не надо плакать, хотя пришла пора нам расставаться. А-класс, самый дружный, мы будем вместе. Мы вместе, 0-1-5, выпускник, я говорю спасибо нашей школе, всем учителям. Люда Александровна, химик-иллюзионист, по взрывам и реакциям большой специалист. Она учила нас любить и знать родной язык, и за это каждый звать ее Танечкой привык. Еще одно видео выложили выпускники Свободницкой школы. Правда, закончили они ее много лет назад. Героями клипа стали родители учеников. Они записали своего рода поздравления детям. Это всем камни комок, надо бы понять. Взрослый ты все равно, невозможно знать. Правда-правда невозможно, совершенно невозможно, абсолютно невозможно. Все на свете знать. Идем на страничку известного амурчанина. Сегодня приветствуем в нашей программе шоумена Владоса Дидониса. Он добавляет в друзей всех, кто просится, но если только это не натяжные потолки или другие магазины, рассказывает шоумен. Знакомиться для отношений с Владосом смысла нет. Сердце красавца занято. Социальные сети нужны шоумену для работы. Но отличить, где Владос трудится, а где отдыхает, нелегко. Все снимки вызывают улыбку. А особенно веселят детские. Шевелюра ведущего здесь впечатляет. На взрослых фото тоже. А это автохам недели. По словам автора снимка, сотрудник ДПС перегородил проезд между домами и отправился домой обедать. И на кого теперь равняться? И напоследок кот Вани, себяшка Николай, собака Юлии и вкусняшка Жени. А следующий обзор соцсетей для вас приготовит мой коллега Антон Сильвонник. Ставьте хэштег «Альфа-канал» и добро пожаловать к нам в эфир. Это была рубрика «Онлайн». Оставайтесь в сети, но не забывайте, что реальная жизнь намного интереснее. До свидания.